То есть, когда я вышел, я сразу заявил, что я буду заниматься выплатами. На самом деле, хотя власти там и декларируют, что вот я такой мошенник и такой злодей, что не всех обманул, а на самом деле все совсем наоборот. Никто не заинтересован, чтобы я занимался выплатами. Эти, кстати, я бы ими... Никто меня не обязывает ими заниматься, потому что я все свое получил, все свое отсидел. И никому ничего не должен по закону. Вот я никому никаких выплат... Это мои акции. Газпрома формально, я могу их, например, мог бы там их... Взять, уехать куда-нибудь, на, на острова на тепло, лежать, поживать и добра наживать. бы ну, это, это миллиардов. Да, достаточно много. Ну, не бог весь сколько, но много. Поэтому, ну, эта, эта ситуация бы устроила всех вообще. Ну, так как я заявил, что собираюсь выплатами заниматься, то вот эта ситуация никого не устраивает. Представьте себе, что я сейчас вдруг в России начну заниматься выплатами. Что произойдет вообще? Это, когда сейчас это все там полное не считая, развал, я вдруг начинаю раздавать деньги. Ну, я превращаюсь в политическую фигуру в Да, российского масштаба. Кому это надо? Это никому не надо вообще. Поэтому а вкладчики они никого не интересуют. Поэтому было сделано все, что я этим заниматься не мог. Я сейчас не могу заниматься. Потому что это ситуация с этой ситуацией с пристами я ничем не могу вообще заниматься. То есть у меня все изъято, описано, и мне запрещено по закону совершать любые сделки, купли-продажи, любые. Надолго? на вечном, как государство планирует, нет срока давности.